Я начал изучать стиль на Окинаве под руководством Сейко Тояма-сенсея, а позже тренировался у Канея. Теперь я работаю с Уечи Канмеем-сенсеем. Это третье поколение патриархов стиля. Так вот, вопрос был в том, какой технической версии или трактовке следовать. В конце концов, я выбрал направление Сокэ, патриарха стиля, как наиболее аутентичное. К сожалению, после смерти Канея Уичи произошло разделение стиля на несколько направлений. Каждый мастер, возглавивший свою собственную школу, пытался тянуть одеяло на себя. И чтобы хоть как-то выделиться, стал то там, то здесь что-то изменять, что-то добавлять, где-то приукрашивать. Поэтому некоторые ветви этого ствола уже с трудом можно назвать уичирю. Лично я считаю, что только фамильная клановая система школы может гарантировать чистоту стиля, когда техника передается от деда к отцу, от отца к сыну и так далее. Среди десятков тысяч занимающихся воинскими искусствами в нашей стране вряд ли наберется с десятка-полтора мастеров, обучающихся лично у сенсея с Окинавы, Центральной Японии или, скажем, из Китая. У мастера-носителя знаний. Российский мастер, обладатель пятого данного ичирю Игорь Горбунов, нашел именно сенсея Шимабукуру. Сначала он несколько раз писал ему, получив ответы лишь на четвертый или на пятый запрос, он выехал во Францию. И при личной встрече, как и положено по древней традиции, посреди современного парижского ресторана встал на колени и попросил: «Станьте моим учителем». Я обратился к европейскому представителю ичирю, патриарха стиля в Европе, сенсею Шимабукуру Якинобу, девятый дан, с просьбой принять меня в его ученики. Он согласился. Учитель может тренировать, а может учить. Угу. Вот, скорее всего, и в том числе благодаря тому, что ритуал был соблюден, пускай это выглядит для европейцев несколько архаично, как бы, архаично, да? И может быть даже смешно, а меня учитель учит. Угу. Потому что у меня есть чем сравнивать. Я вижу, как тренируют, и вижу, как учат. Мой ученик Игорь Горбунов из Москвы, который сейчас официальный представитель уичирю каратэ-до в России, по-настоящему хорошо работает. У него есть свое видение и свои трактовки. Но при этом он принимает позицию и строго следует моим наставлениям. А ученик, который следует наставлениям своего учителя, достаточно быстро прогрессирует. Кроме того, я считаю, что уичирю в традиции патриарха стиля в Москве, развивающейся под руководством Игоря, находится на очень хорошем уровне.